Всем привет, дорогие друзья! Сегодня очень такой значимый день для меня получился. Я ждал этого очень долго, можно так сказать. Сегодня на канале появился 500-й подписчик, юбилейный, скажем так, маленький юбилейчик для меня. На самом деле, я действительно этого очень ждал. Очень приятно, что подписываетесь, смотрите. Значит, не зря я это делаю, значит, кому-то это интересно. Тем более, что на некоторых видео просмотров в два раза больше, чем подписчиков. Поэтому я надеюсь, что вам это нравится. Хотелось сказать вам большое, огромное спасибо за то, что комментируете. Очень интересно общаться с вами. Многие пишут ВКонтакт, переписываемся с ребятами. С кем-то в WhatsApp переписываюсь. Кто-то вопросы задает, консультируется. Как бы, насколько я знаю, я подскажу. Никогда в помощи не отказывал в этом плане. Знаниями своими всегда готов поделиться. Вот, вам спасибо еще раз огромное. Надеюсь, будем расти. В скором времени будет гораздо больше подписчиков. Вот. Что про канал хотелось сказать. Первое видео я записал почти год назад. Год, вернее, 11 месяцев и 20 дней. Я думал, что к юбилею, скажем так, первого видео нормального более-менее будет 500 подписчиков. Но это случилось немного раньше. То есть первое видео я записал 20 декабря. Это было в Слюдянке. Ребята мне, когда ремонтировали мотор, за это им огромное спасибо, что они сделали. Ту-ту-ту. Мотор ходит, Саня. Спасибо тебе. Нормальных парней держишь. Не рукожопов. Делают нормально. Вот, что хотелось сказать по поводу развития канала. Тут есть некоторые идейки, как разнообразить видео, сделать поинтереснее их. Хайпанем немножечко. Это во-первых. Во-вторых, хочу запустить такой проект, как общение с экспертом, разговоры с экспертом по поводу законов. То есть буду приглашать в гости человека, женщину, девушку. Она юрист, она будет рассказывать про законы. Как, что, отвечать на вопросы по большей части. То есть вы будете задавать в комментариях вопросы. Грубо говоря, к следующему выпуску будем готовить ответы на вопросы. Пока в каком формате все это проходить будет, я не знаю. Скорее всего, хотелось бы, конечно, в формате прямого эфира. Но так как я записываю с телефона, наверное, так делать нельзя. Не знаю, не пробовал. Если кто знает, подскажите. Стримеры, если есть. Как оно можно так делать или нельзя, чтобы два человека было в прямом эфире с телефона. Вот, интересует вот этот вопрос. Ну, что хотелось еще сказать. Все ваши пожелания, комментарии, жду в комментариях. Фу, блядь, уже тавтология пошла. Вот. В общем, жду ваших комментариев, предложений. Будем... В общем, будем развиваться. Вот. По поводу общения с юристом, если интересно, оставляйте комментарии, пишите свои вопросы. Будем записывать первое видео. Как бы не думаю, что это все быстро получится. Не думаю, что все это быстро, так как это как бы время на это все надо. Сейчас, тем более, Новый год, работа прет. Времени и так мало. Получается, что дома-то я не бываю почти. Все время работаю. Вот. Но, наверное, не знаю. Наверное, в конце года будет первый выпуск. Или в начале года будет первый выпуск на эту тему. Поэтому пишите комментарии, задавайте вопросы свои. Обязательно. Если вам это интересно, давайте, я не знаю, голосовалку, не голосовалку. Я, наверное, закреплю комментарий. Там ставьте плюсы или минусы, если хотите. Или не хотите видеть эту рубрику. Но я думаю, что рубрика это очень полезна будет, так как многие вещи водители не знают. Очень многие вещи водители не знают. Такие даже основные, как там самые первые главы ПДД. Поэтому будем изучать, я думаю. Все, всем пока, всем большое спасибо, всем удачи на дорогах,
любви, счастья, добра и всего-всего-всего. Всем пока. На этом все.